Ну что, мои дорогие, у меня выходной, и, как всегда, я занимаюсь домашним хозяйством. Сегодня буду закатывать снова огурчики. Здесь у меня творческий беспорядок, процесс. Ну что, на дворе конец сентября, и посмотрите, я еще собираю огурцы, которые посадила в конце мая. Вот, пожалуйста, сегодня собрала ведро. Сейчас буду перерабатывать, еще помидоры возьму, сделаю ассорти. Вот так вот. Собираем все лето огурчики, посаженные в мае. Уже осень, мы их все собираем, они все растут. Сегодня я буду закатывать с веточками вишни. Это очень вкусно, я вам хочу сказать. Без зонтиков укропа, потому что укроп перебивает вишневый вкус. Болгарский перчик добавлю. Здесь у меня уже в банках зерна горчицы и перец горошек. Все, еще вот почищу сейчас, помою чеснок и добавлю чеснок. Все, и специй больше ничего. Горчица, горошек, чеснок, листья, не листья, а веточки, именно веточки вишневые, все. И ассорти будет болгарский перец, тоже он идет у меня как специя для нежного аромата и вкуса. И помидоры, огурцы, вот такое вкусное ассорти. Советую вам такое сделать. Укроп сюда добавлять не надо. Очень вкусный рассол получается, очень вкусные соленья получаются. Так, девочки, баночки я заложила. Сейчас греется вода, кипяточком залью. На два раза заливаю, на третий раз делаю рассол. И заливаю рассол и закатываю. Сейчас крышки залью кипятком. Вот так все просто. Главное, чтобы все овощи были хорошо вымыты, никаких не было на них дефектов, и были хорошо вымыты банки. Банки мою либо содой, либо с уксусом. Вот такая красота. Это у меня литровые баночки с мелкими огурчиками, а это двухлитровые ассорти. Здесь у меня огурчики, болгарский перец сладкий и помидоры. Крупные помидоры я режу либо пополам, либо на 4 части. Очень вкусное ассорти получается. Всем привет, мои дорогие зрители, подписчики. Всем доброго времени суток. У нас начался ремонт. Так что вот такой вот во дворе бардачок. Все выносили с коридора, с кладовки. Начали ремонт коридора. Дима делает новый потолок. Старый срывали сегодня. Вот так мои гераньки, девочки, за лето разрослись, цветут. Надо уже выкапывать. Заносить в дом. Хорошо так прямо они разошлись у меня за лето. Герани прям такие сочные, пышные, цветущие. Просто красота. Просто красота. Вот только горшков у меня нет. Надо горшки покупать. А горшки нынче дорогие. Сегодня хорошая погода. Тепло. Бабье лето продолжается, так что можно еще, пока тепло, хоть что-то сделать. Я с сегодняшнего дня в отпуске, ребятки, поэтому работы много. Перерабатывать овощи еще надо. Бардачок, бардачок. Ну что делать? Без бардака, как говорится, не бывает никакой работы. На ночь клубнику укрываем пологом, потому что уже 3 раза были заморозки ночью хорошие. Поэтому укрываем клубнику, потому что она еще усыпана ягодами. Еще много ягод, жалко. Хочется, чтобы немножко еще ягода спела. Собираем.
Вот, так что поэтому, чтобы не померзла, на ночь закрываем пологом, а утром открываем. Уже все собрали давно с огорода, осталось только до конца ботву убрать, порядок огород привести. Вот. Так что, как всегда, работа продолжается. Собрали девочки капусту нашу. Вот такая капустка у нас хорошая в этом году. Нам хватит. Вот мы ее подсушиваем, чтобы она подсушилась сверху. Подвялились листочки, прежде чем опускать на хранение в погреб. Вот такая у нас обстановка на сегодняшний день. Так что делаем новый потолок в коридоре. Наконец-то руки дошли до этой работы. Работа, как говорится, непростая. Дима все делает сам. Мы только убираем, где-то помогаем подержать, занести, вынести. Вот такие дела. Мои хорошие, мои любимые. Ну что, наступил следующий день. Сегодня выходной, воскресенье. Мы трудимся в поте лица. Мой муж занимается потолком на веранде. Я вам показывала в предыдущем эпизоде. Покажу, как он сделал потом. Сейчас в процессе работы муж не любит, когда я снимаю, поэтому не показываю. У меня отпуск, я уже говорила со вчерашнего дня. У нас такой вот тут раскардаш, бардачок. Потому что все с веранды у нас там была летняя кухня, перенесли в дом, тут все посуда. Ну, как говорится, чтобы был порядок, сначала должен быть бардак. Порядки я буду наводить потом. Сейчас я занимаюсь, как всегда, закаткой, перерабатываю овощи. И сегодня я варю аджику, мои дорогие, потому что овощи мы все собрали с огорода. Все, что на хранение, мы спустили в погреб. Все, что на переработку, я вчера перерабатывала весь день. Закрутила 8 литров огонька. Сегодня варю аджику. Не острая аджика, сладкая аджика. Такая, мы не любим сильно острое ничего. Вот такая аджика вкусная и на хлебушек, и с мясом, и с гарниром любым. Вот она очень вкусная, овощная. Здесь у меня все овощи: кабачки, помидоры, болгарский перец сладкий красный, болгарский перец сладкий зеленый, немножечко горького стручкового, чесночка. Ну и все по вкусу остальное: соль, сахар, масло, уксус, все по вкусу. И морковку еще, и морковку я добавила. Все, ребятки, через мясорубку, а растительное масло обязательно. Вот, все очень вкусно получается. Так что вся семья в работе. Мама занимается тоже работой во дворе, убирает немножко с огорода ботву. Вот, так что вот такие у нас на сегодняшний день дела, мои дорогие. Погода шикарная. У нас продолжается бабье лето, поэтому пока тепло, надо все успеть сделать, переработать. Отпуск я буду проводить дома, потому что много работы. Я буду заниматься домашней работой. Уборка, стирка, генеральная. После ремонта потолка будем приводить коридор в порядок, все отмывать. А затем я поеду в гости к своей мамочке. Ну и, конечно, вам покажу, что и как. Все, девочки, закатала вкуснятину. Получилось у меня 11 баночек разных. Разных 700-граммовых, пол-литровых и литровые. Все, вот такое вкуснятина будет у нас зимой. Ой, еще, девчонки, осталось на дне. Это мы скушаем. Скушаем. Ну что, ребята, показываю вам, что сделал мой муж с потолком. Вот, ну там еще не закончил, но уже 95% работы сделано. Вот такой у нас теперь новый потолок, ребята. Потому что у нас старый был страшный. Мы как въехали, еще до потолка руки и финансы не дошли. Наконец-то мы на веранде делаем новый потолок. Сделали вот такая красота. Теперь можно поднимать голову вверх и любоваться. Все, доделает муж остальную работу. Делает он сам, без всяких помощников. Тут у нас еще идет проводка по краю тоже. Вот это надо все осторожно. Вот, как сделает, так мы будем дальше делать остальную работу. Тут надо все мыть, убирать. Бардак. Убрал перегородку между кладовкой и верандой. Там была кладовка. Стену мы будем, как сказать, отшкрябывать, и будем стену штукатурить и белить. Там была кладовка, перегородку Дима убрал, пока не будет ставить, потому что, ну, под вопросом, пока будет так. Вот так вот мой муж сделал такой вот потолок. Новенький, хороший, капитальный.
потихоньку все делаем, ребята. Живем в этом доме 4 с лишним года. Ну, кто смотрит мои видео постоянно, тот видит, как увидел и наблюдал, как мы въехали в этот дом, какой он был и какую работу мы смогли сделать. Возможно, за этот срок можно и больше сделать. Ну, еще раз скажу, мы делаем все сами. Не берем никаких кредитов на свою зарплату и своими силами, как умеем. Приводим дом в порядок. Вот такие дела. Девочки, всем привет. Я дома, я уже сказала, я в отпуске. Сегодня понедельник, дома раскардаш. Буду сейчас наводить порядки, все заставлено. Вот, потому что делаем ремонт в коридоре. Вот вчера приготовила тещин язык, вкусный, уже половину съели. Чем Бог послал, завтракали, в общем, ничего у нас особенного. Все по-простому, как говорится, по-деревенски, сделала яичницу. Ну и вот к яичнице вот такая простая еда. Сейчас чаек попью, девочки, это у меня мед, видите, тут все у меня вот так просто. Некогда, ничего не успеваю, сейчас буду порядки наводить. Так что всем хорошего дня. Сегодня понедельник. Вот, снимаю эпизодами. Вот уже третий день. Некогда просто смонтировать, девочки, видео. Некогда. Вот сегодня постараюсь вечером смонтировать. Потому что сейчас у меня куча работы. Куча просто вообще. Вот. Так что всем хорошего дня. Ну ладно, мои хорошие, мои любимые. Так уж и быть. Покажусь на камеру. Вот такая, какая есть. По-простому, по-домашнему. Вот. Ну что, девочки. Живем, живем, как умеем. Пошла в отпуск. Вот и пролетел уже, девочки, год. Я вроде бы только недавно устроилась на работу, да? Уже пролетел год, и я в отпуске. Отпуск я проведу дома, в домашних делах. Работы вот. Поэтому, что поделать. Ну и, конечно же, я планирую в октябре съездить к мамочке, проведать свою маму обязательно, побыть с мамой. Вот, и уже в октябре будет год, как нет нашего папочки. Все вы помните, я снимала видео, когда потеряли мы папу, царствие ему небесное. Будем делать обязательно годовщину, поминальный обед. Соберемся все, поменем папу, на кладбище съездим, проведаем папу. Ну, вот как-то так. Вот как-то так, девочки, живем. Как умеем, как умеем. Я вам все показываю, поэтому, ну, что тут. Что тут еще добавить? Вы все видите сами. Давайте, всем хорошего дня. Спасибо, кто поддерживает меня, кто смотрит видео, кто пишет комментарии. Мои дорогие, огромное спасибо. Для меня очень важно. Просто у меня сейчас мало времени и сил. Я не успеваю, поэтому выпускаю видео реже, реже. Но, конечно же, канал я свой не брошу. Я буду снимать, поэтому и вы не бросайте меня, смотрите мои видео, поддерживайте меня. Для меня это очень важно. И не забывайте ставить лайки. Пока-пока. Всем хорошего дня. Девочки, а у меня снова продолжается творческий процесс. Я снова закатываю, продолжаю. Сегодня у меня вот такое ассорти. Помидоры разного цвета, болгарский перец и лук кольцами. Очень вкусно получается. Обалденный рассол. Вот помидоры пикантные, сладкие. Вот такой налет у нас от воды. Лежали крышки в кипятке с водой. Ой, в кипятке с водой. Что я говорю? В кипятке. Короче, стерилизовались. И вот, пожалуйста, вот такой песок. Такая вода. Так что я работаю. Отпуск у меня продуктивный. Еще пару баночек огурчиков. Последние огурчики собрали. Тоже закатаю. Так что работаем. Работаем. Отпуск идет на славу, мои дорогие. Ну что, друзья, наш ремонт медленно, но верно продолжается. Как вы видите, после сделанного Дмитрием Александровичем в сопровождении мамы потолка, плавно мы перешли к стенам. Трещины, кое-где сыпется, обламываются куски со стены. Вот, вот эти вот все щели между потолком и стенами. У нас штукатурится. У нас есть очень хороший мастер, всем вам известная женщина. На все руки мастер. Вот, мы ее попросили.
так как она это умеет, у нее опыт есть небольшой, и она спортивная девушка, может запрыгнуть, спрыгнуть, в отличие от меня. Вот эта девушка штукатурит, не буду показывать лица. Вы все ее знаете, я думаю, кто это. Поэтому я не буду озвучивать. Да, ребята, это наша мама. Старается, бедная, как может. Ну, что поделать. Дмитрий Александрович сказал, я сам. Но он, конечно, на работе целый день. Вот. Вечером только. Но мама настоятельно его не слушала и сказала, пока он уехал на работу, она давай бегом делать эту работу. Вот. После штукатурки все должно высохнуть. Вот. Мы штукатурим только проблемные места, естественно. Вот. Когда мы въехали в дом, мы все штукатурили. Тут было вообще жуть. Но сейчас проблемные места, которые появились за это время. Потом мы будем приступать к стенам. Не знаю, что решит Дмитрий Александрович со стенами. В общем, со стенами, как я разговариваю уже, со стенами. Я хочу, чтобы он их оббил. Ну, надеюсь, так и будет. Никаких обоев, никакой побелки. Оббить. Оббить специальным материалом или вагонкой. Ну, как решит хозяин. В общем, занимаемся коридором. За окном хорошая погода, солнечная. Ну, а я, что делаю я? Плюю в потолок, лежу. Ну, а вот что делаю я. Так, это я делала вчера. Моя работа. Тут у нас на столе Дмитрий Александрович приехал на обед, обедал. Я вот чем занимаюсь. Вот моя работа. Вот я уже начистила. У меня кастрюля, по-моему, 15 литров, если я не ошибаюсь. Или больше. Болгарский перец. Здесь сейчас еще буду мыть сюда, чтобы полная кастрюля была. Здесь у меня идет на плитке стерилизация банок. Как я говорю, бабушкиным самым верным и надежным способом стерилизую банки. Так что вот занимаюсь этой работой. А потом буду все мыть в коридоре после штукатурки. Вот, так что весь день мой отпуск проходит продуктивно. Ребятки, вчера топили печку, сегодня уже не будем. Сегодня более-менее тепло. Хозяин на обеде на 10 минут присел отдохнуть, пообедал. Сейчас на работу уедет. Кулак показал мне.